муниципалитетах республики продолжается голосование за благоустройство общественных территорий в 2022 году. Остается еще 5 дней, чтобы сделать свой выбор по отбору площадок и дизайн-проектов в вашем городе или населенном пункте. Сегодня за территорию благоустройства в Чебоксарах проголосовал глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона выбрал площадь республики. Также в Чебоксарах можно голосовать за развитие еще 3 общественных территорий. Это детский парк по улице Франко, дубовая роща на улице Ашмарина, роща Гузовского вместе со школьным бульваром. Именно жители решают, какие территории больше всего требуют внимания и как их облагоустроить. До 30 мая могут проголосовать все граждане, которым исполнилось 14 лет. Проект формирования комфортной городской среды реализуется с 2017 года. Всероссийское интернет-голосование в этом году проводится впервые. В нем приняли участие уже около 140 тысяч жителей Чувашии. Отдать свой голос можно как на платформе 21.городсреда.ру или в личном кабинете на портале госуслуг.